Здравствуйте, Валерий Витальевич. Добрый день. Все увидели, как в 2013 году изменился облик парка имени Белоусова, Центрального парка. Каких изменений нам ждать в 2014 году? Если с дорожно-тропиночной сети начать, мы планируем новую пешеходную дорожку сделать от улицы Дмитрия Ульянова и замкнуть с улицы Оружейной с освещением. В настоящее время там уже проведена работа по вырубке сухостоя, по планировке, предварительной планировке территории. Мы планируем провести реконструкцию зоны детского городка. Что там изменится? А там появится именно детский городок. То есть на сегодняшний день там стоит вот это сказочное королевство. Ну, да, есть же. Большой, просто большой такой игровой комплекс. Мы планируем сделать это зоной, которая будет по тематическим группам сформирована, начиная от самых малышковой группы, там, для самых малышей, и заканчивая подростковой группой. Есть замечания от посетителей на сегодняшний день к песку, то, что на детской площадке песок. Ну, во-первых, это неудобно там потом вытряхивать его, сидеть из ботинок. Во-вторых, в местах установки детского городка, там, где бетонное основание, песок, соответственно, разметается, да, ну и появляются эти опасные для травмоопасные вот эти вот бетонные шишки такие. Установка на хорошее покрытие позволит это 100% избежать, сделает игровую зону, детскую игровую зону, менее травмоопасной. Было много проектов, как использовать пруд. Средний, там, угу. Что будет там? Продолжатся работы по благоустройству пляжной зоны в районе центрального среднего пруда. Повторюсь, что это на сегодняшний день пока единственный пруд, который пригоден для купания. Два других, верхний и нижний, мы использовать не можем для этих целей. Продолжим работу по очистке пруда, продолжим работу по планировке территории, песка еще завезем, установим туда и зонты поставим, возможно, лежаки начнем предоставлять, чтобы территория пляжная стала похожей на пляжную зону. Да. Планировка территории. Вот. Что там будет, может быть, не в 14-м, в 15-м, что нам ждать? В районе пляжной зоны? Да. Нас здесь существенно сдерживает правовой статус парка, как особо охраняемой природной территории, где запрещено капитальное строительство, за исключением реконструкции, где запрещено новое строительство инженерных коммуникаций. Поэтому, естественно, хотелось бы, например, в районе прудов поставить какой-то комплекс, там ресторан, ну, комплекс сооружений, да, который сделал бы эту зону более привлекательной, но низкая рентабельность этих проектов, которая будет обусловлена как раз тем, что их нельзя будет сделать полноценными капитальными сооружениями, обуславливает на сегодняшний день достаточно низкий инвестиционный интерес к этой нет площадке. Желающих, получается, желающих, да? Нет. И опять же, чтобы соблюсти такую золотую середину, да, то есть цель сохранить парк как особо охраняемый природный объект, такая цель, безусловно, есть, и она является приоритетной. Мы посмотрим, каким образом можно будет все-таки сделать более лояльным, возможно, правовое регулирование с тем, чтобы мы могли реализовать там какой-то проект вот по рекреационной составляющей. Что ждать жителям Заречья, которые посещают Комсомольский парк в 2014 году? В Комсомольском парке мы не закончили, опять же, развитие новой дорожно-тропиночной сети, то есть мы закончим там работу по велодорожке, окружной велодорожке вокруг парка, появится несколько новых пешеходных зон. Поставим дополнительную детскую площадку и дополнительное спортивное сооружение. А что за спортивное сооружение? Ну, наподобие тех площадок для подворка, вот, которые у нас уже стоят. Кроме того, мы предполагаем сделать новые эстрады, как в Центральном парке, так и в Комсомольском парке. И очень серьезное внимание мы планируем уделить именно вопросам благоустройства. То есть в Комсомольском парке территории вокруг прудов, мы хотим сделать их привлекательными, удобными, возможно, поставить туда беседки для того, чтобы пикниковые зоны оборудовать, ну, как это сделано там в большинстве европейских парков. Люди могут просто прийти с тем, что-то с собой принести и в парковой зоне отдохнуть. Парк 250-летию ТОС, Тульского оружейного завода. Что же с ним будет? Парк 250-летия ТОС, я могу сказать о том, что в отношении этой территории есть четкий план действий по утверждению данной территории как особо охраняемой.
Мероприятия по описанию границ проведены в 2013 году, прошло в декабре публичное обсуждение. В текущем году мы предполагаем придать этой территории статус особо охраняемой природной территории, сформировать границы, поставить их на кадастровый учет и закрепить за тульскими парками, за государственным учреждением тульские парки. Витали слухи там о жилищном строительстве, разумеется, этого не будет категорически. А реконструкция объекта именно как парка уже будет планироваться, вероятнее всего, на 2015 год. В 2013 году Тульская область получила несколько объектов от Министерства обороны. Угу. Что это за объекты? У нас большое количество объектов Минобороны на территории области находится, и ситуация по ним складывается такая. То, что неликвидно, неэффективно и является откровенным обременением, Минобороны отдает с большой охотой и очень быстро. Например, что? Ну, например, военный городок в Ефремове. По документам это военный городок, по актам приемки передачи там несколько объектов недвижимости, благоустроенный земельный участок, по факту это остовы зданий и строительный мусор. И таких объектов много. Военный городок в Плавске. Это действительно огромный военный городок, больше 14 гектар территории. Изумительные с точки зрения внешнего вида здания, сооружения. Огромные гаражные боксы, штаб, спортзал, огромная столовая. А вот если заходим внутрь, то видим то, что дефект кровли привели к сырости. Везде грибок. Дышать невозможно легко и свободно, потому что вот воздух насыщен этими микроорганизмами грибковыми. И что область теперь будет делать с этими военными городками, которые получила собственность? Ну, если мы говорим о Ефремове, естественно, строить там ничего нельзя, все будет подвергаться демонтажу, территория будет зачищаться, и органы местного самоуправления уже будут принимать решение, что дальше делать. Разыгрывать эту территорию на аукционе, возможно, использовать для строительства, для собственных нужд. А что мы рады были получить? А вот то, что мы рады получить, по этим объектам у нас переписка больше 5 лет велась уже с Минобороны. Разумеется, это военные городки, расположенные в городе Туле, где интерес представляют зачастую не сами объекты, а земля. Да. Ну, примеров могу много привести. Это и огромный военный городок на Коминтерна 75. Это несколько военных городков, сосредоточенных по улице Советская, Советская 9, 11, 13. Центр. Это территория Ряжского вокзала, где возможно жилищное строительство в том числе. Это территория бывшего аэродрома Начмутова. Вы сейчас говорите о тех объектах, которые мы все-таки сумели получить? Это те объекты, которые мы еще хотим получить? Это те объекты, которые были нам интересны. Значит, это те объекты, по которым приказы министра обороны все-таки в ноябре 2013 года были подписаны о том, что они передаются. И по ним мы сейчас уже перешли в плоскость подписания акта приемки передач. Аэродром перейдет нам? Мясновский аэродром. Да. Да, ну, территория. И что там будет? Ну, примерно, или на аукцион выставить? С точки зрения, хотя понимание, что там хотели бы видеть. С точки видеть. Зрения генплана города, там жилищное строительство. Эта территория отведена под жилищное строительство. Чтобы ее надлежащим образом можно было полностью начать эксплуатировать, там необходимо провести большие работы по планировке, опять же, территории. Там сложный рельеф. То есть, я думаю, туда придется несколько лет повозить грунт. Может быть, даже со всего города, где проводятся земляные работы. После этого можно будет эту территорию осваивать. Есть комплекс хозяйственно-бытового назначения. Опять же, по нему любые предложения возможны к реализации. Мы уже получали предложения от пинбольного, любителей пинбола. Они хотели там что-то типа какого-то сталкера организовать, там игры. Ну, конечно, там же поле. Вот такие вещи, да. Были обращения от любителей малой авиации для того, чтобы выделить какую-то территорию для проведения их мероприятий. Все эти предложения мы готовы рассматривать. Единственное, что всем таким лицам, которые к нам обращаются, мы говорим о том, что оценивайте надлежащим образом свои силы. Если мы закрепляем за вами территорию, мы должны понимать, что эта территория должна быть приведена в порядок, благоустроена. Вы ее должны содержать. Дом офицеров перешел в собственность области? Перешел в собственность области и закреплен за нашим учреждением культуры, за филармонией. 2013 год очень многим запомнится как год закрытия рынков. Процесс завершен? Год наведения порядка на рынках, я бы так назвал. Цели закрыть рынки не было и нет. Стояла цель навести порядок, прекратить анархию и, в конце концов, исполнить требования федерального законодательства на территории нашей области в том числе. В чем заключалась анархия?
Анархия заключалась в том, что несмотря на существующий запрет торговли, нестационарной рыночной торговли, эта торговля продолжалась. И не будь действия властей теми, какими они были, да, она бы продолжалась, наверное, еще и до сих пор. Но вот теперь порядок наведен? На тех земельных участках, которые администрировались Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области, порядок наведен. Была эпопея с автостоянками, причем ведь тоже были недовольны, что их с насиженных мест практически выкидывают, такое слово употребляли. По факту, что это было? По факту это была ревизия договорных отношений, направленная на повышение эффективности использования земли. А с учетом уже состоявшихся торгов мы можем видеть то, что если в среднем от стартовой цены 1-2 шага были, как правило, на аукционах, то если взять в итоге сформировавшуюся на торгах цифру и сравнить с тем, что было ранее, есть рост в разы. Ну, например? 2-3 раза. Ну, то есть, ну, с 10 тысяч до 30. То есть, сдавали в аренду за 10 тысяч рублей в месяц, да. После проведения аукциона этот же участок сдается за 30 тысяч. Да. А те, кого вот, ну, условно попросили с насиженных мест, они участвовали в аукционе? Были добросовестные арендаторы, были недобросовестные. Ну, тот, кто своевременно уплачивал арендную плату, не допускал нарушений разрешенного вида использования и так далее. Да? То есть, в отношении добросовестных арендаторов мы указывали в аукционной документации наличие преимущественного права на заключение договора аренды. В чем оно выражается? Оно выражается в том, что обладатель преимущественного права может не платить задаток. Он может не подавать заявку на участие в аукционе. Но это будет первое лицо, которому мы предложим заключить договор аренды на новый срок, но по цене, сформировавшейся на аукционе. Возврат земель сельхозназначения – это тоже ваша зона ответственности? В том числе. На середину 2013 года говорили о том, что около 30% земель не используются по целевому назначению, простаивают. Да. Сейчас процентное соотношение изменилось? В тот период, когда полномочия по признанию прав на невостребованные земельные доли, ну это по факту бесхозяйные земли, без собственника, да, находились эти полномочия у региональной власти, мы успели зарегистрировать права почти на 20 тысяч гектар таких земель. Представь, был собственник у земельного участка, этот собственник умер. Не появится нигде тут же автоматически галочка о том, что чик, невостребованная земельная доля. Не будет этого. То есть постоянно меняется конечно, цифра? Конечно. Выходит муниципалитет, на сегодняшний день это полномочия органов местного самоуправления, муниципалитет выходит с иском в суд о признании прав, появляются собственники, начинается спор о правах. Да, поэтому здесь сложно вывести какой-то процент. Вот область успела зарегистрировать права на 20 тысяч гектар невостребованных земельных долей. Вот в течение этого года мы активно занимались тем, чтобы эти земли нашли своего либо потенциального собственника, либо арендатора. Цели, которые перед вами поставлены на 2014 год, какие? Цели, собственно говоря, они не меняются в сравнении с тем, что мы имели в 2013 году. Если мы говорим об управлении имущественным комплексом области, то это, разумеется, проведение мероприятий по приватизации того имущества, которое не используется для государственных нужд. Это проведение работ по эффективному использованию земель до разграничения, земель в городе Туле, в частности, повышение доходов от аренды, от продажи таких земель. Это продолжение работ по инвентаризации объектов, по проведению контрольных мероприятий в отношении пользователей областного имущества, это областные учреждения. Это системная работа по государственным унитарным предприятиям фармацевтической деятельности. Все вот есть сейчас какие-то МУПы, которые были муниципальными аптеками, МУПы, муниципальные унитарные предприятия, в этом году должны быть зарегистрированы уже в качестве государственных унитарных предприятий областных. Но вот есть работы, которыми вы понимаете, что будет сложно, и готовитесь к ним, и результат от которых будет вот очевиден и масштабен. Безусловно, к такой категории работ можно отнести работы, направленные на перспективу введения на территорию области налога на недвижимость организаций, исчисляемого от кадастровой стоимости объектов. В этом году мы проведем сплошную, я думаю, что такую ручную инвентаризацию офисных и торговых объектов, которые должны исчисляться от кадастровой стоимости. Проведем их кадастровую оценку, чтобы с 2015 года у нас налог начал исчисляться от кадастровой стоимости. Хотя бы приблизительно, что мы с этого получим? Исчисляя налог от остаточной стоимости и от кадастровой, которая практически равна рыночной,
мы ожидаем, что это будет существенное повышение налогов от имущества. Соответствующее экономическое обоснование будет представлено к проекту закона, который мы будем вносить в областную думу. Ранее я бы не хотел давать какие-то анализы, чтобы не быть голословным. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам.